поздравить. Понятно, что... И школу фигурного катания Одинцовскую тоже поздравить. А, и вот сейчас мы ее и поздравим. Вот они, выехали. Вот они, наша надежда. Наша надежда и любовь. Звезды Одинцова. Оксана Домнина, Максим Шабалин. Половецкие пляски. Александр Помолчу Бородин. Помолчу немножко. Князь Игорь. Очень хорошо катали. А причем они с каждым разом, видите, катают лучше и лучше. Я поздравляю всех с такой парой, с такой программой. Это наша, конечно, надежда. Надежда.
я получу на большое удовольствие. Может быть, они еще что-то. Они все время немножечко меняют. Вот я смотрю, они немножко все время усложняют свой танец, добавляют в дорожки какие-то новые элементы. И в одну дорожку, и во вторую. Я вижу, что с первой дорожки появилось еще дополнительно три элемента. Работают над вращением, которое мне легко давалось очень. Оксана даже попробовала прогнуться. Мне кажется, что улучшился партнер. У него всегда был хороший конек. Но сейчас он танцует. Я его вижу. Очень хорошо доносит до нас образ. Почему-то в глазах стоит, как он заходит на первое вращение, вот в этом образе такого какого-то таинственного хищника нападающего. Ну, есть хищник нападающий. Правильно он, значит, до вас доносит. И она такой сначала тихий омут, в котором такие черти водятся. Тут немножко покачнулись чуть-чуть неаккуратно. Ну, знаете, на замедленном повторе не такое увидишь. Нет, я сразу это вижу. Да? Вы уж вас меня простите. Вас прощает, Татьяна Анатольевна. Ну, вообще, это, конечно, пара того уровня, который даже на замедленном посмотришь и видишь, вот, что каждое движение отточено. Петухов Сергей сидит рядом с ними, Алексей Горшков. Да, нужно поздравить Сережу Петухова с очень удачной, с очень хорошей, настоящей работы. И в день рождения Наташи Бестемьянова, память о том, что у нее сегодня день рождения, и что она олимпийские выиграла половинскими плясками, это ей подарок. От следующего поколения.